огромным патриотическим подъемом встретили трудящиеся нашей страны проект директив 24-го съезда партии по новому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР. Кварцевый завод в Гусь-Хрустальном – пусковой объект новой пятилетки. Недавно вошла в строй первая очередь предприятия. Кварц – один из наиболее распространенных минералов земной коры. Это бесконечные россыпи песков, огромные массивы кварцитов, горный хрусталь. Но радиотехнике, электронике и оптике нужен особо чистый кварц. Новый завод будет вырабатывать несколько десятков видов изделий из особо чистого кварца. Трубы, химическую посуду и аппаратуру для лабораторных установок. Освоение технологических процессов на предприятии проводится совместно с Ленинградским государственным научно-исследовательским институтом кварцевого стекла.